прекрасно, если вам с утра воскликнуть хочется «Ура!». Кричите на здоровье и не спорьте. Когда со скукой вы враги, вставайте хоть с любой ноги, вам это настроение не испортит. Когда заглянет к вам рассвет и скажет весело «Привет!», а птичий хор подхватит вашу песню, то все на свете станет интереснее. Раз, два, три, четыре, дили-дили-до. Вы слышите в эфире веселый перезвон. Вставайте, 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 день за окном. Вы еще зеваете? Как, вы еще зеваете? Ах, вы еще зеваете, а мы уже впоем. Скоро, 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 вот уже сейчас хорошие знакомые появятся у вас. Начнется представление, начнется шум и игра. Вы знаете, товарищи, сегодня воскресенье. Ах, сегодня воскресенье, тем более пора. Олег, ну я вот уже участвую не в первой передаче. И вот я уже понял, что все должно быть по какой-то логике, по какому-то сюжету, по каким-то правилам. Здравствуйте, хорошие знакомые. Здравствуйте. А я считаю, что без всяких правил. Ну, не правильно. Извините, а что это за книги? Это «Пыль веков». Ирочка, это инкунабулы. Я вот Олегу объясняю. Древние рукописные книги. Вот почитайте, увидите. Рукописные, а первопечатные. Кстати, да. А, вот так. Кстати, да. Правильно, ну. И даже если почитать эти книги, можно понять, что древние и те жили по правилам. А играть надо без правил, без всяких правил. Играть, петь и веселиться. Слушайте, ну взрослые люди, ну любая передача должна иметь какие-то правила. Ну хорошо, ну хотя бы надо решить какие-то для себя вещи. Ну кто начнет? Как кто начнет? Ну как в детстве, вот посчитаемся, кто первый выбудет, тот и начинает. А ты бац, хотя чисел, да, так. А ты ну бац, хорошо, бац, вы бац, считаете? А, ты бац, а лично начался, я уже да, пою. Бац. Стоп, 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 но это же не по правилам. Ой, как хорошо, хоть песню пой, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, до чего ж я весел, до чего мил, до чего ж я мил и до чего весел. А причины нету никакой, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Говорят, что мир без песен бресен. Не грусти, друг мой милый, пой со мной лучше спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я за них пою за двух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ах, до чего ж я весел, до чего мил. Не грусти, друг мой милый, ой, со мной лучше спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы. Спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланта, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся. Только голуби и кошки будут лушать на окошке. Все равно, как можешь, так и пой. Ирочка, подойдите, пожалуйста, сюда. Ира, вы представляете, как называется то, что вы сейчас сделали? Я пела. Ну, петь может каждый. Ну ладно, а мы занялись сочинительством, как? Правильно? И то, что вы сейчас сделали, называется как? Пролог. Ну, пролог, знаю, пролог — это вступление, предшествующее рассказу. Совершенно верно, вступление, предшествующее рассказу. А если было вступление, то пора начинать сам рассказ. Да я считаю, что уже давно пора начать рассказ. Ну, так в чем же дело? Ну, я его и начну, пожалуй. Итак, жил-был человек. Знаете, как бывает у детей? Точка, точка, два крючочка, носик, ротик, оборотик. Не, ну, то это не человек, это человечек. Хорошо, пусть будет по-вашему. Жил-был человечек. Точка, точка, запятая,
вышла рожица смешная. Ручки, ножки, огуречек, появился человечек. Что увидят эти точки, что построят эти ручки, далеко эти ножки уведут его. Как он будет жить на свете, мы за это не ответим, мы его нарисовали только и всего. Что вы, это важно, чтобы вырос он отважно, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек. Впрочем, знают наши дети, как прожить на белом свете легче. Этого вопроса нет ничего. Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым. Только и всего. Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде человечек выучись ходить. Точка, точка, запятая, точка, точка, запятая, точка, точка, запятая, точка, точка, запятая. Ну хорошо, придумали человечка. А что нам с ним теперь делать? Довольно безответственно с нашей стороны. Дедушка, что вы думаете по этому поводу? Что я думаю? А что по этому поводу думают инкунабулы? А инкунабулы говорят то, что надо. Они говорят, что в данном случае нужна уже завязка. Завязка это... Ага, это такой узелок, с которого начинается... Понятно. Я пошел завязывать этот узелок. Да, так чтобы он потом развязался. Ну, конечно. Погодите, погодите, вы знаете, что вы хоть сейчас вот будете вот делать? Знаю. Что-нибудь да получится! Если сесть на воздушный шар, то, поднявшись, можно увидеть, как гуляет большая медведица не спеша. А еще лучше взять фрегат и раскрасить его, как понравится, и поднять паруса и отправиться на угад. Эй-эй-эй-эй, голоса морей бьют веселой волной в корму. Снимайтесь со всех якорей, а иначе моря ни к чему, ни к чему. А иначе никто не узнает, что да где, на каком берегу. Может быть, там коровы летают и танцуют кенгуру. Догоняйте нас в дальнем просторе, становитесь у руля. Вам откроется, как на ладони, чудо-яблоко, наша земля. Вся земля с городами, все моря с кораблями, и даже львы со слонами на ладони твоей. И держать землю нужно, и за всех сил осторожно. Тогда чудес прибавится на ней. Ну вот это я понимаю. Вот это уже завязка. А, с песенкой все получится. Мы сейчас такое количество узелков навяжем. Морских. А? Свистать всех наверх. Слушай морскую песню. Хорошо идти фрегату по проливу Каттегату, ветер никогда не заполощет паруса. А в проливе Скагераки волны, скалы, буераки и чудовищные раки.
просто дыбом волоса. Потрясающие раки, просто дыбом волоса. А в проливе Лапперуза есть огромная медуза. Капитаны помнят, сколько было с ней возни. А захочется кому-то посмотреть живого спрута, поезжай тогда в Калькутту. Но смотри, не утони, поезжай тогда в Калькутту. Но смотри, не утони. Я прошел довольно рано все четыре океана, от пролива Магеллана до Патакале. От Канберры до Сантьяго скажет вам любой бродяга, что такого капитана больше нету на земле. Что такого капитана больше нету на земле. Что такого капитана больше нету на земле. Хорошо, между прочим, плывем с песнями. Хорошо-то хорошо, да куда плывем? А ведь после завязки всегда бывает это... Что бывает? Это... А, кульминация. Эй, у штурвала, прекратите разговоры. Все-таки мы в море. Ну что, кульминация — это такое главное событие. Между прочим, оно может быть даже и страшным. Выходит, что мы плывем к страшному событию. Ну, я не знаю, но мы плывем примехонько к кульминации. Кому сказано прекратить разговоры? В море, между прочим, не плавают. Правильно, настоящие моряки в море ходят. Эй, на Марсе! Что по курсу? Впереди рыба-кит. Вот и прекрасно. А у нас-то будет называться развитие действия. Так держать! Есть так держать! На далеком севере бродит рыба кит, 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 кит. А за ней на сейнере ходит рыба кит. Нет кита, ну нет кита, ну нет кита не видно. Вот беда, ну вот беда, ну до чего ж обидно. Да ночью темною вышел капитан, тан-тан-тан, и в трубу подзорную ищет он кита. Нет кита, ну нет кита, ну нет кита, не видно. Вот беда, ну вот беда, ну до чего ж обидно. Юнга Дудочкин бросил в море лот, 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 и на эту удочку клюнул кашалот. Вот таки, ну что за вид, ну только ребра видно. Ох, какой худой какой, ну да чего ж обидно. В далеком севере бродит рыба кит, 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 кит. А за ней на сенере ходит рыба кит. Нет кита, ну нет кита, ну нет кита не видно. Вот беда, ну вот беда, ну да чего ж обидно. Да чего ж обидно. Нет, это еще не самое страшное. И это не кульминация. Я вот уже просто предвижу что-то такое прям... Что, ужасное что-нибудь? Может быть. Ну а что, ведь плывем-то, плывем. Ведь ну вот куда глаза глядят? Ну, нет, подержи. Вы как хотите, я в море смотреть буду. Надо же знать, что у нас там впереди-то, а? Свистит пасан, бизань скрипит, уперся вдаль букшприт. Эй, не зевай, на Марсе здесь часто ходит Смит. На всех морях, во всех портах, на этих берегах ужасный Роберт Смит наводит страх. Ну так и есть, есть вон, вон на горизонте эти флаги. Я узнаю, это Смит, гроза морей. Свистать наверх команду, канониры, приготовиться к контратаке.
снарядов не жалей, и пороху не жалей. Ну смелей, черт побери, ну смелей, черт побери, смелей! А может быть, далекие края идет простой торговец, такой же, как и я. Но если так, но если так, но если это так, тогда не выйдет Смит на полубак. Ну так и есть, есть, вон, вон, он там стоит на полубаке. Я узнаю его, это ж Смит, гроза морей! Свистать наверх команду, ну канониры, приготовиться к атаке! Что же мне? И снарядов не жалей, пороху не жалей! Ну смелей, черт побери! Ну смелей, черт побери! Смелей! Ну как мне быть, ну как мне быть? Хочу лишь одного, чтоб первый мой бранскугель вкрыт камеру его! Ой, сделай так, ну боже, сделай так, чтоб он своей рукой не подал знак. Ну так и есть, есть, вот-вот он подает рукою знаки. Я узнаю, это Смит, гроза морей. Свистать наверх команду, канониры приготовиться к контратаке. Снарядов не жалей, и пороху не жалей. Смелей, черт побери, смелей, черт побери, смелей! Да, плохо у него обстоят дела, просто безобразно. Это все по вашим правилам. Сейчас как раз все по правилам. Сейчас самое время выкручиваться нам из этой истории. Ничего, как-нибудь выкрутимся. Что у нас там по курсу? Пираты! Вперед, джентльмены, удачи! Абордаж! Ну, теперь кто кого. Вот это и есть катастрофа! По бушующим морям мы гуляем здесь и там, и никто нас не зовет в гости. А над нами черный флаг, а на флаге белый знак, человеческий костяк и кости. По бушующим морям, воля нашим кораблям, все, что море дарит нам, делим пополам. А море шлет нам весь торговый флот, и флот гешпанский, и флот голландский. За все добро, за золото, серебро заплатит ножик под ребро. По бушующим морям, воле нашим кораблям, все, что море дарит нам, делим пополам. Ну вот, доигрались. Сейчас будет плен, грабеж, неразбериха. Все из-за ваших правил. Ну, действительно, все так хорошо начиналось. Придумали такого человечка. Ну что мы будем теперь делать? Ну как что делать? Искать выход. Удирать будем. Куда? Я не знаю, вот у него спросите. Вперед или назад? Так впереди-то неизвестно что. Впереди у нас развязка. Развязка – это исход событий, который существует в любом рассказе. Ну, и как вы ее видите, эту вашу развязку? Я вижу! Вижу остров! Чур первый придумал? Это остров развязки. Я этот остров знаю. Вношу уточнение, он, между прочим, необитаем. Он что же, совсем необитаем? То есть, абсолютно! И как же мы тут проживем? Да, и как же мы тут проживем без повара, без няни? А мы найдем кого-нибудь. Да хорошо бы как бы так, но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров необитаем. Что, совсем необитаем? То
есть абсолютно. Ой. Подушек нет, матрасов нет, нет ни одной кровати. А я на травке буду спать. Простудишься на травке. Костер, 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 костер. А я велю разжечь костер. Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем. Так что, совсем не обитаем? То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не сварит ничего, ни на каком огне. А я пойду, топор найду. И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, а трахнешь по ноге. Ой, грибы, орехи собирать умеешь? Я не умею. От крокодила убежать успеешь? Да нет, не пищи его. Не бойся, мы тебя спасем. Но как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем. А я? А я? А я? А ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь, не по дням, а по часам. Ну почему? Да потому что, да потому что, да потому что. Ты никогда и ничего не делал в жизни сам. Чего мы себя довели-то? Сидим тут на необитаемом острове, сами напридумывали себе ужасов. Песенки поем. Угу. Между прочим, не такие уж плохие песенки. Да, неплохие. Куда они только нас довели. Ну, нарисовали человечка, ладно. Ну, зачем в море-то выталкивать? С пиратами столкнули. Теперь этот необитаемый остров. Эй! Ты уж взгляните на часы. Время-то осталось совсем ничего, а у нас концы с концами не сходятся. Как быть? Ну, надо что-то придумать. Не может же наша история быть совсем без конца. Да, да, давайте думать вместе. За книжную обложку шагни, как за порог. Освойся понемножку в туманной чаще строк. Закружишь по оврагам, покажется в потьмах, что вот разгадка рядом в каких-то двух шагах. Ау! Нужно! Да ничего! Разгадка где-то рядом, в каких-то двух шагах. Пролезешь по болотам и влезешь в бурелом. Одно возьмешь обходом, другое напролом. И вот поставил точку, труба трубит отбой. А точка усмехнулась и стала запятой. Так, а точка усмехнулась и стала запятой. Закройте, отодвиньте, оставьте толстый том. Мы в этом лабиринте дороги не найдем. Не вышло, так не вышло, и время зря не трать. Тише, тише, дайте дочитать. Пожалуйста, потише, дайте дочитать. Пожалуйста, потише, дайте дочитать. А я придумала, как быть дальше. Как? А посмотрите на него. Так, история наша заканчивается, а на острове, на необитаемом, спит герой. Разве такой конец бывает? А знаете что, давайте, пускай будет так, что вроде бы ему это все, вот тут, вот это все приснилось. Муссоны, пассаты, завязки, развязки, букшприты, бомбрамсели. Нет, ну позвольте, но песни-то ему не приснились, песни-то настоящие, сабделишные.
Да, песни самые настоящие. И если бы не они, вообще, наверное, не стоило бы огород городить, выдумывать что-то. Значит, все это сделано было для того, чтобы рассказать о веселых и добрых людях. Юлий Михайлов, он написал множество песен. И не только стихи песен, но и музыку. Эти песни поют в кино, по телевизору, в театре и просто так. Ой, как хорошо, хоть песню пой, тра-ля-ра-ра. Ах, до чего ж я весел, до чего мил, до чего ж я мил и до чего весел. Что такого капитана больше нету на земле? Что такого капитана больше нету на земле? На всех морях, во всех портах, на этих берегах ужасный Роберт Смит наводит страх. Ну так и есть. Есть вон на горизонте эти флаги. Нет кита, ну нет кита, ну нет кита не видно. Вот беда, ну вот беда, ну до чего ж обидно. А над нами черный флаг, а на флаге белый знак. Человеческий костяк и кости. Но сегодня мы рассказали вам о песнях, написанных композиторами Геннадием Гладковым, Владимиром Дашкевичем, Алексеем Рыбниковым. Да, они написали музыку на стихи Юлии Михайлова. Ручки, ножки, огуречек, появился человечек. Да так, а точка усмехнулась и стала запятой. И держать землю нужно, и изо всех сил осторожно. А я? А ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь, не по дням, а по часам. Ну почему? Да потому что ты никогда и ничего не сделал в жизни сам. Раз, два, три, четыре, дили-дили-дон. Вы слышите в эфире веселый перезвон. Что, вот, по-вашему, таким должен быть финал? Ну? Да. Чем же плохо? Чем плохо-то? Ничего вы не поняли. В финале обязательно должна быть песня. А как же иначе? Обязательно будет. Негаданно, нечаянно пришла пора дороги дальней. Давай, дружок, отчаливай, канат натягивай причальный. Гудит нордост, не видно звезд, угрюмы небеса. И все, друзья, не поминайте ли, поднимаю паруса. И все ж, друзья, не поминайте ликом, поднимаю паруса. Фантастика, романтика, наверное, в этом виноваты. Антарктика, Атлантика зовут ребят куда-то. Гудит нордост, не видно звезд, угрюмы небеса. И все ж, друзья, не поминайте лихом, поднимаю паруса. И все ж, друзья, не поминайте лихом, поднимаю паруса. Подумай, друг, а может быть, не надо в море торопиться. На берегу спокойней жить, чего на месте не сидится. Смотри, какой гудит прибой, угрюмы небеса. Но все ж, друзья, не поминайте лихом, поднимаю паруса. И все ж, друзья, не поминайте лихом, поднимаю.